Стартовали общественные слушания проекта бюджета Приморского края на 2023 год. Накануне специалисты обсуждали финансирование энергетики, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. На что именно направить средства, какие проекты должны быть в приоритете. Задать вопросы и внести свои предложения по социально значимым направлениям может каждый очно и в режиме онлайн. Для этого предусмотрена прямая трансляция слушаний в аккаунтах правительства Приморья в социальных сетях. Впереди обсуждение финансирования здравоохранения, строительства, социальной и других сфер жизни края. Уже были заданы вопросы по мостам. Мы их в этом году капитально ремонтируем, реконструируем порядка 16. На следующий год это 17 мостовых сооружений. Поменяли непосредственно и сам конструктив. Вот, то есть в том числе и по предложениям замгенпрокурора мы с ним объехали все пострадавшие районы. Видим, что, конечно, нужны различные модификации мостов, различные конструктивы, в том числе где-то железные, где-то где нет большегрузного транспорта, они могут быть легкой конструкцией. Главное, чтобы они обеспечивали движение в этот населенный пункт и по времени, значит, да, то есть, ну и по качеству. Вот. Кроме того, были заданы вопросы, значит, по ремонту дорожной сети. Мы сохраняем все те финансовые средства, порядка 16 миллиардов рублей на содержание, на ремонт дорожной сети. Жители обращались на ремонт определенных участков дорог, вот, то есть муниципального характера, где-то по городу Владивостоку, по другим населенным пунктам, где мы уже будем решать вопросы вместе с администрациями городов и районов.